Основная задача – оповестить население о грядущем субботнике и распланировать фронт работ. Планы масштабные – очистка территорий, покраска заборов, тротуаров, а также уборка всех памятников воинам Великой Отечественной войны. Обратились ко всем с такими добрыми словами, чтобы мы вспомнили, как у нас это проходило всегда дружно, в принципе, на территории сел. И просто повторить это и сделать еще более масштабным, чтобы это затронуло каждый дом и каждого жителя. С большим энтузиазмом откликается не только старшее поколение, но и молодежь. Свой вклад в чистоту внесут и игроки Сочинской дворовой футбольной лиги. В эту субботу к 9 утра приедут 3 футбольных клуба, где-то от 15 до 20 человек в каждом, которые с удовольствием примут участие в субботнике в, так скажем, наведение порядка на прилегающей территории, на территории самого стадиона и дороги к нему от остановки от улицы Обовяна до самого стадиона. Кстати, работы в сельском округе начались до масштабной уборки. Оповещение о наведении порядка вручили всем селянам. Напомню, всероссийский субботник пройдет 22 апреля с 9 утра.